Итак, дамы и господа, дорогие друзья, дорогие родители, мы рады приветствовать вас на церемонии бракосочетания прекрасной пары Ильи и Елизаветы. Сегодняшний день является одним из самых важных в жизни наших молодоженов. И, конечно же, сейчас они очень волнуются. Поэтому у нас к вам будет большая просьба поддерживать влюбленных. И когда перед вами появятся главные герои сегодняшнего праздника, пожалуйста, подарите им самые искренние улыбки и самые громкие аплодисменты. Готовы? Готовы встретить настоящего мужчину, который сегодня сделал в своей жизни очень важный шаг? Встречайте, наш жених Илья! И громче, громче, громче! Друзья, этот красивый молодой мужчина отверг внимание многих женщин для того, чтобы открыть свое сердце для одной, того достойной. С ее именем он ложится спать и встречает каждый новый день с первыми лучами солнца. И имя это Елизавета. Так давайте же встретим ту самую, ту единственную, которую он ждал всю свою жизнь. Встречайте, наша очаровательная невеста Елизавета в сопровождении папы Константина. Вашей поддержки сегодня, дорогие гости, зависит очень много, потому что эти двое невероятно волнуются, они переживают, вы просто не представляете как. Я знаю, как они мечтали, как долго они мечтали об этом прекрасном дне, как представляли, что крепко будут держать друг друга за руку и вместе пойдут навстречу своему бесконечному счастью. Ведь все в нашем мире во имя любви. Во имя любви мы покоряем горные вершины, переплываем моря и океаны, пересекаем пустыни и преодолеваем трудности. Без любви горы кажутся нам слишком высокими, пустыни невыносимыми, а трудности непреодолимыми. Именно любовь дарит нам крылья и чувство полета. Дорогие Илья и Елизавета, сегодня прекрасный день, необычный день, самый главный день в вашей жизни. Я знаю, что вы хотели бы сказать друг другу очень много, но пока вы не готовы, я скажу за вас. Ты рядом, и все прекрасно, и дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты есть на свете. Спасибо тебе за руки, спасибо за губы эти, единственный мой. Спасибо за то, что ты есть на свете. Спасибо тебе за хранение любви, за праздники, будни,
Спасибо за вечность. За вечность любви и ее бесконечность, где души любя поселиться смогли. Спасибо тебе, моя любимая, за то, что ты есть. Дорогие Илья и Елизавета, я надеюсь, что эти слова небезызвестного поэта навсегда останутся в ваших сердцах. Ну а сейчас я прошу вас повернуться лицом к вашим гостям, потому что настало время для самого главного вопроса сегодняшнего дня и вообще, наверное, всей вашей жизни, ответ на который, конечно, вы знаете, но тем не менее нам бы очень хотелось услышать это от вас. Илья, согласны ли вы в присутствии ваших семей и ваших самых близких друзей взять в жены эту очаровательную, нежную? Объявляю вас мужем и женой! Ну а теперь, да, конечно, целуйтесь! Вот и свершилось, правда? Дорогие друзья, уважаемые гости, вы являетесь самыми близкими, самыми любимыми людьми для наших молодых. Именно вас сегодня они пригласили разделить с ними этот чудесный день. Поэтому сейчас я приглашаю вас обменяться с молодыми вот этой теплой энергией любви. Начиная с родителей, пожалуйста, подходите, поздравляйте молодых. Нет, нет, нет.
Чесалку.